Мы думаем, это Nightmare Freddy. Привет, дорогие друзья, с вами Димас, King on Fire, Angry Panda, Серёжна, пацанчики, поздоровайтесь. Всем привет! Здорово! Всем понравилась рубрика «Угадай аниматроника по звуку». И сегодня будет у нас немножечко по-другому. Все написали в комментариях, чтобы я пацанов позапутывал, а они поугадывали. Если пить, кушайте, приятного аппетита, а мы начинаем веселиться. Что, ребята, первый аниматроник. Готовы? Да. Давай. Я уже понял по звуку, кто это. Кто? Ну да, кстати. Это либо Nightmare Freddy, либо Springtrap. Ну, определяйтесь. Не, давай, наверное, Nightmare Freddy. Мы думаем, это Nightmare Freddy. Закрывай двери. Ну ладно, закрывай двери точно. Так, ну что, пока я тащу. Так. Ну, знаешь... Это какой-то аниматроник с третьей части, точно. Да, это правильно. Ты отвечаешь вроде бы. Но какой именно, я определить не могу. Их несколько. Да. Это не Spring Freddy. Это да. А, не, я не знаю. Опа, а, все. Это Фантом, кажется. Ну, блин, трудно на самом деле решить, какой это аниматроник. Обычно этот звук, когда только загружаешься. Чуть не спалился. Это, скорее всего, Фантом Фокси. Да, я угадал! Ребята, молодцы, я офигевший! Да ладно! Я ж начинаю нервничать! Нет, это с какой-то другой. Подожди, я забыл, как он называется. Четвертая часть, делаю подсказочку. Нет, Димас, не запутывай нас, это не он, точно. Нет, в четвертой части, если Димас говорит, то он обычно, если мы так скажем... Да я сам запутался. Классная рубрика, мне нравится. Блин. Ну звук сейчас... идет? Идет. Да, идет. Это вот звук музыкальной шкатулки. Музыкальной шкатулки. А у нас кто издает музыку из аниматроников? Ну. Это чем? Панды, это скорее всего... Это скорее всего марионетка. Слышь, ты палишь меня, там у вас камера, да, стоит? Нет, нет. Ну ладно, ладно, закрывай дверь, угадал. Давай тогда так, если вы угадываете, мочи ты меня админским пистолетом. Мне кажется, это будет очень интересно. Мы же любим такие ролики, где я должен вас запутать максимально, а вы должны угадать. И кто-то из нас проиграет. Это смертельная игра. О, это уже потруднее будет. Да. Появляется? Нет. Блин, а кто это может быть из аниматроников? Это точно, это из второй части по-любому. Да. Может, Чика? А вы откуда все части знаете? Это реально со второй части-то? Так я это, изучал историю ФНАФа. Как же не знать мне ее? С третьего класса знаю. По звукам? О, да, побегаю. Давай. Я понял, я кто, понял, кто это. Это Фокси. Ля-ля-ля-ля-ля. Пока не стащим. Прикольно, мне нравится эта рубрика все больше и больше. Ребята, если вам нравятся такие рубрики, напишите в комментариях. Крутая рубрика, мы будем знать, что надо записывать очень-очень часто. Счет 2-2, Димас. Да-да-да, так. Так. Так, они что, звуки все одинаковые сделали? А ну давай этого возьмем. О! Блин, а кто, это уже... Кто у нас так делает? Блин, да много кто из таких аниматроников делает, но кто именно, я сейчас думаю. А ну-ка, Джи, Ши, Лэй, какие-то еще звуки, может, издает? Такие именно звуки издают старые, из второй части аниматроника. Бегаю специально возле двери, чтобы, может, определитесь. Не знаю, кто это. Кто? Да я открою. Это... Старый Фокси из второй части. Ах да! Ты жопа! Угадал, молодец! Блин, Angry Panda! Мне кажется, вы из-за угла выглядывали? Да ну да, ну да, не, ну молодец, угадал, у него очень хорошие знания. Так, ну это жопа!
О, оно сейчас. А вот сейчас, подожди. Какие еще звуки есть? Я понял. Оно по звуку, слушай. Я понял, кто это. Это марионетка. Да, ну блин, а! 3-2 счет, ой, 4-2 счет. Да я уже и так вижу, что что-то не сходится. Хорошо, я сейчас возьму сложного. Слушайте. Опа-на. Это знакомый. О, прикольный звук. Нечасть. Подожди. Кто же? Блин, это реально трудно. Ну так, блин, вы меня убили. Конечно, будет все сложнее, раз вы угадываете. Да. Ты вот этот пердеж. С третьей части. Сейчас. Блин. Надо узнать мне, кто это. По звукам надо. А ну давай еще вам подсказочку. Это Spring Trap? Да ладно, угадал. А как ты, по челюсти, что он вправлял, да? Да, по челюсти, именно челюсть, но и звуки из ФНАФа третьего, вот это шипение или что это. Слушайте. Так. Воу. Не открыл. Прикольные звуки. Это будем с этого пака пока мы сделать обзорчик, ну-ка. Это не сиреноголовый? Не-не-не, это у тебя только аниматроники у нас. Потому что звуки как будто у сиреноголового. Еще разок. Блин, а какой это из аниматроников такие звуки издают? Я что-то впервые слышу. А мы их вообще не используем обычно на запись этих аниматроников. Так вы сейчас опять меня убьете, конечно, буду вам сложно загадывать. Давайте побегаю. А, она лет... Ой, блин, палевно. Летает. Ладно. Давайте, угадывайте. 5 секунд. Так, ребят, это не Twisted. А какие тогда? Но это не Sister Location. Я не знаю, кто из Sister Location такие звуки издает. Панда, твое мнение. Марионетка, больше нет. Либо марионетка, либо Баундбой. Определяйтесь. Короче, это Twisted Freddy. Нет, это марионетка. Ладно, мочить не смогу, у нее только скримеры. Ну, пойдет и так, закрывайте двери. Angry Panda, он угадал, это была марионетка. Хорошо, поехали дальше. Внимательно слушайте. Ага. Так. Звуки очень такие страшные. Кто такие звуки? Внимательно еще раз вам. Блин. Это части 100 пудов. Нет. Ну-ка. Звук, конечно, такой немножечко не странный, но можно угадать. Ну, я же похожий звук сдает аниматроник конкретно вот такой вот звук помех, ну... Блин, я не помню их, если честно. Это трудно очень. Ползучая морда, потолочная. Мангл! Ну, я вам прям конкретно дал подсказку, хотел, чтобы вы угадали, ну, сложный аниматроник. Хорошо, давайте немножечко попроще вам дадим, потому что реально сложно. Ну-ка. Слушайте. Опа. Это... верно. Это Балора. А, нет. Ладно. Не буду вас убивать. Я не могу в этом режиме вас убить просто. О, вот кто у нас есть. Сейчас. А ну, звук какой-то есть? Это Чика. Да ладно, угадал. Это вы знаете, хорошо, молодцы. Я когда в FNAF 1 играл, она именно такой звук издавала, когда ко мне прибежала. О, это вот этот попрыгунчик из FNAF 6, это Хелпи. Ну-ка. Нет. Я проще. Ладно. Все.
Хорошо. А, ну-ка, вот сейчас вот. А, ну это сильно, конечно, простенько вы. Фокси. Какой Фредди? Ты чё, дурак? Фокси, ты что? Я в шоке, Фокси от Фредди не отличил. Это, Angry Panda не знает звуки FNAF. А я знаешь, как тупо шел тоже. Вроде знаешь, играешь, играешь, потом доходит до звука, вот я такой, опа-па. А ну-ка, сейчас. А я ведь раньше тоже думал, что это Фредди издавал. Так. Первое. Это... Золотой Фредди! Нет. Это Golden Freddy. Да ладно, молодец. Смотри, как он шарит. Так, все, Серега эту рубрику очень хорошо знает. Будет интересно с ним в следующие ролики записывать. А вот такой вот. Так, 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 погодите. Ну-ка, ну-ка. Это... Это, по сути, порт... Нет! А у меня звук пропал с Дискорда, значит нет. Ну ты сказала нет, значит нет. Хорошо, закрывайте двери. Так, ага, какие-то звуки. А на пробел можешь нажать? Шаг издает какой-то. Это скорее всего, я кажись... Так, шипение. А кто это может быть у нас? Панда, твое мнение, кто это может быть? Не вспоминаю, из какой части. Неочевидные звуки очень. Сложно будет угадать вам. А ну давайте попробую еще кого-то для другого. А ну... Ну-ка. Прям вообще нереально, да, как-то угадать? Да, это реально сложно. Мы сейчас разберемся. На ну-ка, давайте. Может? Давайте побегаю. Это может Фантайм Фокси? Это Чика было? Да. Я не помню, чтобы она такие звуки издавала. Хорошо. Делаем вам проще. А, я понял. На этот раз я не ошибусь. Это у нас из... Это Хелпи. Эй, молодец! Эй, убивать не буду. Да, даже жалко такого челепиздрика убивать. Давайте так сейчас. Кто у нас такой? Рокстар Бонни. Красава, красава, угадал. Тоже убивать не буду. Так, хорошо, давайте усложним. А, это не усложним, это улегчим. А, это Rockstar Foxy. Красава, красава. Хорошо, давайте возьмем тогда. Сейчас. О, водка мы его возьмем. Так. Ага. А вот такой звук. Кто такие звуки сдают? Фантайм Фокси. Да, угадал. Пуля в голову получай. Ваншот, ванкил. Да, хорошо. А вот это легко будет угадать вам. Так. Ну-ка, можешь что-нибудь? Это Фантайм Фредди. Красава, красава. Даже убивать не хочу такого. Хорошо, блин. Давайте усложним. Эннард. Конечно, Эннарда легко угадать. Эннарда я убью, он некрасивый. Он галимый. Хорошо, давайте мы сделаем... Ой, сейчас я вам усложню жизнь очень сильно. Ой, что так. Это... Это Ignited Bonnie. Да ну ладно, шаришь. Красава. Это мой любимый пилпак, Димас. А вот теперь я сейчас сделаю так, что вы не угадаете. Это Фредди. Слышь ты! Умник с большой дороги. Прекращай ерундой заниматься. Потому что я знаю то, что только два аниматроника так смеются. Это Фредди и Бонни. Ой. Руки видно, Димас. Опа, спалился.
Хорошо. Так, спалился? Нет, вроде нету. А звуки не... Звуки пробел, не издает. Пробел F. Пробел F нажми. Не все издают аниматроники звуки. О! Ага. Чикарай. Это Twisted, скорее всего, какой-то из аниматроников. Twisted Bonnie? Угадал! Да как ты все знаешь? Как с тобой играть в игры? Кто это? Гай. Ах ты молодец. Ну это было простенько. Все, а теперь дело, что вы не угадаете. Я-то могу это сделать, потому что у нас есть аниматроники, которые, ну прям вообще сложно будет угадать. Ну-ка. Это у нас Twisted Golden Freddy. Это был сложный аниматроник. Если вам понравилась эта рубрика и вы хотите еще, ставьте пальцы вверх. Подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте группу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и посмотри следующий ролик.